В 32 муниципальных образованиях Московской области завершился ямочный ремонт региональных и муниципальных дорог. Еще в 14 округах работа по устранению ям завершается. Всего с начала года в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры зарегистрировано более 300 тысяч ям. Сейчас в 30 муниципалитетах зафиксировано значительное снижение числа жалоб на дорожные ямы – это 40%. В Одинцовском городском округе оцифровано и отремонтировано 4964 ямы.